Коммунальные службы Люберец готовы встретить холода во всеоружии. Об этом на еженедельном оперативном совещании в администрации сообщил заместитель главы округа Александр Проворов. Общая готовность к отопительному сезону Люберецкая теплосеть составляет 100%. Все подготовительные работы на 25 котельных завершены. Общая готовность к отопительному периоду Люберецкого водоканала составляет 95%. Ведутся еще работы по промывке, хлорированию сетей. В целом, по словам Александра Проворова, общая готовность к зиме социальных объектов на текущий момент составляет 94%, а именно полностью готовы 88 из 95 объектов. Александр Проворов также добавил, что на этой неделе в единую дежурную диспетчерскую службу поступили 8 обращений, каждое из которых было отработано. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.